Не спешите сгоряча, а подумайте немножко. Что здесь, свалка кирпича? Разрешите. Показывай знак. Правильно, это въезд запрещен. Покажи нашим зрителям. Покажи. Что такое ЮИТ? Это отряды юных инспекторов движения, объединения школьников, которые создаются, чтобы помогать пропагандировать среди подрастающего поколения правила дорожного движения. Ребятам с ранних лет прививают культуру поведения участников дорожного движения. Более старшие ребята рассказывают о правилах дорожного движения младшим. Так, в Щелковском детском саду номер 57 «Светлячок» состоялось профилактическое мероприятие, где инспекторы ГИБДД совместно со школьным отрядом ЮИТ из школы номер 4 имени Климука рассказали маленьким воспитанникам о том, как правильно вести себя на проезжей части. Сегодня был проведен праздник, посвященный дню рождения ЮИТ. ЮИТ у нас был сформирован в марте 1973 года с целью профилактики безопасности дорожного движения. Как показывают исследования ученых и биофизиков, детский возраст до окончания начальной школы является самым благоприятным для привития детям культуры поведения. В игровой форме ребятам рассказали о том, какие правила нужно обязательно соблюдать, будучи пешеходом. Детям загадали интересные тематические загадки и устроили веселые интерактивные игры. Подобные профилактические мероприятия проводятся сотрудниками госавтоинспекции постоянно, как в школах, так и в детских садах. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.